Осень вступила в свои права. Студенты вернулись в вузы, а дети в школы и детские сады. Ежегодно в это время растет число обращений к медикам, так как регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом, а также коронавирусом, симптомы которого схожи у детей и взрослых. Высокая температура, ребенок не пьет, ребенок сильно кашляет, ребенок задыхается, у ребенка все болит. Если вдруг диарея, либо рвота неукротимая, либо ребенок стал необъяснимо вялым при отсутствии каких-то других симптомов, все, обращайтесь к нам. Для лечения ковида нет специфического лечения. Врач смотрит на симптомы в каждом конкретном случае и, исходя из этого, назначает препараты. Это всем известные жаропонижающие, муколитики, горловые, назальные спреи. Меры профилактики заболевания по-прежнему неизменны. Как никогда актуальна и вакцинация. Не будет лишним напомнить о мерах профилактики коронавирусной инфекции, таких как социальное дистанцирование, ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания, то есть масок, частое мытье рук, гигиена рук с использованием антисептиков. В настоящее время мы прививаем детей в возрасте с 5 до 17 лет. Используется вакцина Вирацел китайского производства. Делается две дозы вакцины. Интервал между вакцинациями 21-28 дней. За более подробной информацией по поводу вакцинации, нежелательных реакций и других сведений относительно процедуры можно обращаться в поликлинику на амбулаторный прием участкового врача-педиатра. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Юрий Льмонтович, телеканал. Компания БУК-ТВ.